И всем привет, ребята, вы на канале Санишка, играем вместе, и сегодня мы играем в Adopt Me, и у нас вышло обновление. Но прежде чем вы посмотрите это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Итак, у нас тут вышло обновление, и тут у нас вышел козлик, которого я не буду покупать, потому что я решил уже не донатить в Adopt Me, потому что, слишком много я в него задонатила. Последний донат это было 4 альбатроса. Ульбутроса. Короче, я всех прокачала, кроме одного. Вот, пролетел уже. Вышла у нас такая вот обнова. Вот. Здесь вот. Ну, она связана с радугой. Я забыла, как эта обнова называется. Ну, вот такая вот радужная, короче, обнова. Но тут, очень-очень-очень не вот самое вот... Я просто была в бешенстве, когда увидела этот сбой. Вот видите мой дом, и видите тут сбой какой-то. Короче, тут играет один человек. Ну, то есть ко мне заходит один человек. А раньше здесь было 100 с чем-то или 50, больше 50. Ну, прикиньте, вообще, я уже тогда отказывалась записывать видео, потому что... Реально, я была тогда очень-очень зла на разработчиков. Потому что мне что, теперь заново придется копить своих этих, которые заходят. Может быть, меня взломали. Нет, мой дом внутри-то хорошо выглядит. Ну, как был, остался. А вот это вот меня бесит. Вот это, разработчики, заделайте этот сбой. И, кстати, маленькие буквы в чате, они, походу, убрали уже. Ну так вот, появилась новая. Ну, сейчас я сделаю на нее обзор. Не переживайте, все будет хорошо. Короче, будем надеяться, что этот сбой уберут. Вот такая вот у нас классненькая обнова. Все тут радужное, вот прям очень классно. Я сейчас хочу вот в первую очередь купить вот этот вот радужный ковер. Ой, нет, вот этот. Летающий ковер или как там его. Ну вот, он, короче, очень классный. Сейчас я его куплю. Вот такой вот. И карпет какой-то. Да, транспорт. Он камон, короче. Ребят, он такой классный. Ребят, он очень такой классный. Прям. Блин, ребят, он очень классный. Ребят, я думала, в будущем он будет цениться. Потому что, ребят, посмотрите, какой он. Он очень классный, ребят. И самое классное, что здесь вот все эти вещи, они вообще максимально дешево стоят. Вот я думала, если честно, что наушники будут стоить 500 баксов, а крылья вообще 5000. А смотрите на их цену. 50 баксов. Очень-очень мало, я думаю. Вот прям очень повезло нам. Ну, думаю, флажки это как-то бессмысленно чуть-чуть покупать. Ну, тем более за 50 баксов. Я думала, они будут где-то 20 стоить. Ну, нормально. В общем, я уже купила этот крылья. Вот эти вот. Вот. И очочки. И наушники. Давайте сейчас оденем моего хамелеончика. Вот. Такой вот. Так, сейчас его наденем. И так выйдет. Так, сейчас. Где? Вот. Ну, слишком большие для него. Так, где крылья? Да почему ты не снялся? Еще один баг, блин. Ребят, у меня баг, короче. Меня сейчас выкинет, да? Ребят, я угадала, меня сейчас выкинет, да? Посмотрите на это. Там, короче, баня просто. Баня. Он просто так дорежет. Вот. Как мне снять эти долбанные наушники? Они не снимаются. Реально, как их снять? Непон. Реально, меня сейчас точно выкинет. Давайте тогда посмотрим, как будет выглядеть. Да в смысле, ребят? Так. Реклама на пауза. Ладно, рекламы не будет, все хорошо. Сейчас, перезайдем быстренько, потому что не хочу, чтобы меня выбрасывало.
Может быть, они решили починить тот самый сбой? Возможно. Так. Блин, хуй бы они починили этот сбой. Пожалуйста. Так. А, все, вспомнила. Короче, этот день, эта обнова называется, ну, то есть это обнова в честь дня ориентации. Походу, вот так вот, да. Я вспомнила. Блин, сейчас музыка будет. Сейчас музыка. Блин, а я забыла выключить музыку. Ютуб, не баньте, пожалуйста. Я сейчас... Нет. Сейчас музыка будет. Пипец. Надо было все-таки выключить. Ну, конечно. Я ж не предугадала, что у меня, что меня так глючить будет. Я ж не экстрасенс, блёпта. Так, быстренько выходим. Фу. Так, а погоди-ка, стой. А эта одежда на хамелеончике сохранилась. Блин, крылышки ему сильно идут. Вот. Если честно, чуть-чуть странно, но нормально. Мне нравится. Такой вот миленький хамелеончик теперь у меня. Так, все, теперь... А, очечки же мы не примерили. Так, очечки. Так. О, очечки тоже миленькие. Блин, все, у меня теперь красавец. Вот, такой красивый, короче, теперь у меня хамелеончик. Давайте еще раз протестим мой ковер-самолет. Вот так вот сделаем звезды. Так. Все, у меня теперь... Блин, ребята, это теперь мой самый любимый транспорт после такси, конечно. Блин, ребята, он такой классный. Я не перестаю проговорить классный. Вот. Так, возьмем-ка сейчас хамелеончика. Иди ко мне. Блин, хамелеончик. Как классно. Ну, мне кажется, ему... Да, вот так прям у меня сейчас модно теперь хамелеончик будет. Вот такой вот. Блин, реально. Он очень миленький. Прям одежда вот просто зачет. Давайте сейчас, короче, прокачаем немножко альбатроса, чтобы было чуть-чуть поинтереснее видео. Да, я вот уже три сама прокачала, ну, у меня уже три филгроун, ай, фулгроун, извиняюсь. Вот, обнова очень классная, мне вот очень нравится. Еще меня вот прям вдохновило то, что цены снизились. Козлик. Попробуем выменить, короче, козлика. Так. Да, у меня есть он. А, он райд. Тогда выдру добавлю. Тогда на выдру. Ну так, согласна? Я, в принципе, согласна. Да блин! Да, дома. Блин, ну может, давайте этого... Нет, это мало. Ну, я не буду слишком много давать за козла. Я думаю, он не будет цениться так сильно. Да, ну это же козёл просто. Кстати, этого... Козёл, козла же уже добавили. А, это просто же козёл, а тот был городом, походу. Ну, или козерогом. О, мне альбатрос захотел пить. Когда я все это говорила, уже помыться захотел, успел, блин. Сейчас мы его прокачаем чуть-чуть. Думаю, да, тем прокачаем. Да блин! Зачем? Я не то убрала. Я хотела маги... Ребята, просто... Сори. Ай, погодите-ка, у меня ж музыка. А как музыку просто? Ладно, рискнем. Работа спецназа. Спецназ... Ребят, это ржака. Да что ты мне предлагаешь трейдить, а? Я его вообще не трейжу на такую фигню. Блин, все, рискуем быстренько. Так, быстренько рискуем. Давай. Давай быстрее. Грузись. Да что это, блин, затупленный день такой? Да, все, наконец-то. Так, все, быстренько. Давай, включаем музыку. Давай. Все,
мы успели. Работа спецназа выполнила. Вот. Вот так работает спецназ. Короче, нас тут будем сейчас прокачивать. Пока что. Ну, пока что. Сейчас накопим на 50 баксов и купим что-нибудь еще в этом обнове. У меня же 39 баксов. Так много, ладно, это шутка. Вот, короче, смотрите, моя реакция, когда я, короче, накопила 100 баксов. 100 баксов, это так много, клялась-то я богатый. Ладно, а когда 1000? Все, я могу себе позволить все, что я хочу, ладно. Ладно, вот так вот мои эти. Кстати, я тут дом чуть-чуть поменяла. Ну и все, я уже так ставлю. Но здесь вот я хочу сделать какую-нибудь из новой обновы что-нибудь поставить. Да, кстати, вот здесь у нас Pride 2022 год. Вот такие вот, в принципе, у нас есть. Ну, вот так вот, короче. Все стоит по 50 рублей, короче. Ну, не рублей, а баксов. Ну, вы поняли, короче. Вот так. Спешим в школу, блин. А, какая школа, ё-моё. Какая нафиг школа? Сейчас же каникулы. А, понятно. В игре никогда не будет каникул. Альбатрос, тебе не повезло с жизнью. Очень не повезло. Так, а, всё. Сейчас, возможно, до тебя даже подключу. Ну, хорошо, поняли. А, нет, нет, после пройти найдет нити. Погодите. А я забыла, что после пройти найдет. Или Так, погоди, реально. Ты издеваешься? Нет, давление сейчас не ценность. Сори, даже если... короче... Так, стой, ладно. Даже если оленя сейчас, ну, нету, как бы, в игре, но то на альбатроса я не понимаюсь, потому что я сама их покупала за свои рубаксы. Ну, да. Вот райд я затрейдила. Вот. Так что все, я их сама выбивала, так что сори. Нет-нет-нет. Олень сейчас вообще, ну, чуть-чуть не ценно. В принципе. Да, блин, стой, девка. А, я та самая. Не ладно. Все, у нас уже, блин, язык заплетается. Так, нет, сбой не было. Сбой не исправили. Ну ладно, будем ждать. Так. Сейчас быстренько доедем. И паркур. Блин, слушай, классный паркур был. Так, что бы нам купить за 50 баксов? Я хочу серьги купить, вот такие вот. А вот такое я вот не понимаю. Это бабочка, по-моему, да? Баттерфлю, да. Ну, давайте вот такой вот наушнички. Ой, не наушнички, блин. Купим сережки. Вот так. Блин, слушайте, мило смотрится. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!